Что общего у лауреата Нобелевской премии по физике и смышленого первоклассника? Правильно, они оба рассуждают логично. Брейни-трейни логика – это игра, которая с ранних лет развивает мышление, учит находить закономерности, видеть противоречия и принимать правильные решения. Все эти навыки просто необходимы, чтобы ребенок достигал успеха в жизни и в учебе. Вот как это работает. Игрок тянет одну из 80 карточек. На лицевой стороне – задание, а на обратной – ответ. Например, сколько лампочек здесь загорится, если включить удлинитель? Правильно, две. Их вилки подключены, а провода целые. Или вот, в какую из этих леек поместится больше воды? Не все так просто. Лейка слева выглядит побольше, но ее носик ниже, поэтому вода из нее начнет выливаться раньше. А вот задачка с подвохом. С какой скоростью едет автомобиль? Возможно, вы уже догадались. В машине нет водителя, поэтому она стоит на месте, а знак нарисован, чтобы запутать игрока. Серия игр Brainy Trainy помогает детям осваивать универсальные навыки, которые позволяют опережать сверстников в учебе и достигать успеха в будущей карьере. Благодаря им ребенок может стать кем угодно – успешным руководителем, талантливым ученым или гениальным предпринимателем. Играйте, веселитесь и осваивайте то, чему не учат в школе.